Новая жизнь сломанных велосипедов. В набережной Челнах из старых деталей собрали необычную скульптуру. В ход пошли рамы и колеса от школьника, аиста и Урала. Собирали их всем городом. Немного краски, и на набережной появилось настоящее произведение искусства. Идея увековечить двухколесный транспорт пришла волонтерам в Женеве. Там есть целый сквер памятников из запчастей. Челнинцам удивительная композиция тоже пришлась по вкусу. Многие поспешили сделать фото на память.